Продавцы напали на покупателей в одном из супермаркетов Челябинска. Так заявил человек, который зафиксировал всю потасовку на свой мобильный телефон. Кроме того, он заявил, что тоже пострадал от рук контролера магазина. На этих кадрах видно, как сотрудница супермаркета ругается с автором ролика и еще одним мужчиной, которые стоят по ту сторону камеры. Из разговора становится понятно, что они просят контролера не употреблять матерные выражения, а потом удаляются из магазина. При выходе сотрудница ударяет по камере мобильного телефона и завязывается драка. Кстати, есть информация о том, что до инцидента те самые мужчины разбили арбуз в супермаркете, чем и вызвали такое поведение сотрудников. Сейчас конфликт пытаются уладить, в том числе компенсировать убытки за разбитый мобильник.